Quest Help – информационный портал, который поможет легко и быстро найти самые интересные квесты в Москве. Ищите место, куда можно было бы пойти всей семьей или друзьями. Quest Help – то, что вам нужно. Ссылка в описании. Привет, Империя! Давненько мы с вами не разговаривали, поскольку не было тем для блога, сейчас они более-менее появились. Можем немножечко потрендеть. Видео будет не информационное, а просто о моих мыслях. Единственное, что информация, я могу сказать, что скоро миллион, и вау, это круто. И спасибо вам. В общем, друзья, я очень часто задаюсь различными вопросами. Я думаю, что вы тоже задаете себе различные вопросы. По большей степени на эти вопросы я не знаю ответа. Мне приходится искать, рассуждать, думать и делать выводы. Сразу, друзья, предупрежду, после выпуска можете в комментариях написать такие же вопросы, подобные, которые задаю я себе. Я выписал себе несколько вопросов и хочу сейчас их озвучить. Они разнообразные в некой степени, может быть и дурацкие, и смешные, и даже и серьезные. Поехали! Есть такая лапша бизнес-меню. У меня только один вопрос. Это что, блядь, за бизнесменом нужно быть, чтобы есть эту лапшу? Почему, когда я смотрю некоторые видео, наблюдаю за кем-то, что этот человек делает постыдную вещь, стыдно не ему, а стыдно мне. Почему я испытываю стыд? Почему, когда я нахожусь в гостях, я иду в туалет по нужде и боюсь пердануть? Поскольку все-таки это туалет, и пердеть это как бы нормально, это свойственно человеку, но я все равно почему-то испытываю стыд. Почему реклама на канале выходит, а новой камеры нет? Почему, когда я делаю выпуски с блювотней, все кричат: «Фу, блювотня, убери, не надо так больше, скатился». Когда делаю выпуск без блювотни, все начинают кричать: «Где блювотня, фу, скатился». Почему судьба так распределилась, что всем дала какие-то таланты, а мне ничего? Ну, максимум, что из моих талантов, это пердеть под мышкой, то я сомневаюсь, что я делаю это хорошо. Почему люди пытаются доказать, что они лучше меня? Почему так совпало, что я родился 92 года, 8 марта, знаменательные такие даты, да? Меня зовут Вова, я рыжий. Из-за чего это такие странные совпадения? Почему совершеннолетие с 18 лет? Я понимаю, что есть такие страны, где и 21 год совершеннолетия. Я, например, себя и 24 года чувствую еще пока что ребенком. Все на сегодня все, друзья. Коротко, ясно. Я думаю, что в комментариях вы тоже напишите свои почемучки. Что я могу сейчас сказать? Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, поскольку это очень важно. А у меня уже рассветает, я пойду спать. До встречи.